как будто тебя увидел и за тобой погнался. А я как будто на дерево забрался и с него на коня. Прыг! А я как будто лассо кинул и прямо на тебя дернул за веревку, и ты с коня свалился. Это ты по-настоящему или как будто? Да, конечно, по-настоящему. Ну вот больно, да? Ой, больно. Слушай, Зубок, а давай отсюда мебель вынесем, а диван этот, стол? Так, а сидеть на чем будем? Он такой мягкий. Мягкий? Угу. А что же я об него лапу-то отбил, если он мягкий такой? Да ты же о подлокотник ударился. А диван-то он вообще-то мягкий. Мягкий. Зубок, идея. Тащи сюда подушки. О, ты что-то задумал? Увидишь. Ладно. Так. Ты думаешь, поможет, а? Ой, да конечно. Главное, чтобы хватило подушек. Так, сколько еще углов осталось? Давай посчитаем. Ага, давай. Вот, значит, раз. Раз. Так, вот два. Два. Вон там три. Здравствуйте. Ой, здрасте, дядя Юра. Здрасте, здрасте. А что это у вас тут такое происходит? Ой, дядя Юр, у нас здесь теперь совершенно безопасно. Да что ты? А раньше что, было опасно? Еще как. У меня знаете, сколько синяков и шишек. Только разбежишься, хлоп, шишка. Только размахнешься, бац, синяк. Да, теперь вообще можно не глядя ходить. Да что там ходить? Бегать можно, прыгать, летать. Даже летать. Ну, это я так образно выразился, поэтически. Знаете, мне это что-то напоминает. А, некое такое подушечное царство из какой-нибудь сказки про лентяев или жебок. Дядя Юр, вам что, не нравится? Ну, вообще-то, не очень. Дядя Юр, ну это так похоже на космический корабль. Я в одной книжке видел, там же все мягкое. Чтобы космонавты во сне об углы не ударялись. Во сне? Ну да, они же засыпают в невесомости. Их по всему кораблю туда-сюда болтает. Да они бы себе все расшибли, если бы не эти подушки. Кокси, Кокси, мне кажется, что ты что-то путаешь. Космонавты же в скафандрах, и на ночь они пристегиваются ремешками. Что, правда? Ну, насчет ремешков не знаю, ну, может, и пристегиваются. Но вообще-то скафандры они надевают только, когда выходят в открытый космос. Ну, может, я что и перепутал с этим космосом. Ну, неужели, дядя Юр, вам не нравится моя идея? Ну, посмотрите, это же красиво, это же новое слово в дизайне помещения. Ой, что такое? Ударился. Чем ушибся? На спиной. Ну, давай, как заберу. Ой, Коксик, Коксик, ну. Ой, а как же ты так-то, а? Ну, как так? Просто мы к столу подушку не прикрепили. Надо срочно прикрепить, сейчас я все сделаю, Коксик. Раньше надо было делать. Что ж такое-то? Всему приходится учиться на собственных шишках и синяках. Вот пока не ушибешься, не поймешь, куда подушечку класть? Коксик, а может дело-то, ну, не в подушках? Может быть, нужно как-то по-другому бороться и с ушибами, и с синяками? Ну, а как по-другому? А очень просто. Знаете как? Не носиться, сломя голову по комнате, не ударяться ни обо что. Вот. А в некоторые игры, конечно же, играть нужно только на улице. Значит, с подушками это мы зря придумали? Нет, не совсем. Но ведь, смотрите, благодаря вашему этому изобретению вы теперь поняли, что подушки не всегда спасут и застрахуют от ушибов. Да, я уж точно понял. На собственном опыте. Ну вот, теперь надо разбирать все это подушечное царство и подушки на место относить. А я вам помогу. Коксик! А потом давай продолжим нашу игру на улице. Точно. Да, продолжим, но завтра уже. Вот, потому что сейчас уже пора готовиться ко сну. Ой. И попрощаться с ребятами, кстати, надо. Да. До свидания, ребята. До завтра. Всего самого доброго и ангела вам хранителя. Время чудес пролетело.
всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных